Обычно мы отвечаем паролем. Барух Ашем, слава Богу. Сейчас я отвечаю по-другому. Война. И если кто-то думает, что война, она там, в Газе, это ошибка. Война идет против каждого еврея во всем мире. И война идет против еврейского народа. И поэтому на войне, как на войне. И все мы призваны на эту войну. Есть война на поле битвы, а есть информационная война. И, как говорят все, что мы в этом очень проигрываем всем арабским СМИ. И поэт Игорь Губерман точно сказал, почему мы не можем с ними тягаться. Потому что мы говорим правду, а они, может быть, одно слово на тысячу слов лжи, и правда проскользнет. И при всем при том, нужно попытаться что-то понять. Ведь то, что, когда я готовил урок, я думал, в нашей книге «Хроника избавления» она состоит из трех томов. Во втором томе сказано, что муфти Иерусалима Аль-Хусейни, он был генералом, я не знаю, СС или чего, Гитлер ему платил особенную зарплату за то, что он организовывал особенные полки мусульман, которые под его началом боролись против евреев во всем мире. И то, что, может быть, многие не знают, он уже запланировал в Ерехо построить газовые камеры для 500 тысяч евреев, которые жили в земле Израиля. И когда армия Ромеля приближалась к границам Израиля, а против нее стояла армия англичан, произошло нормальное чудо. Немцы, которые наступали, и они отбили англичан, они провели водопровод. И есть книга этого военнослужащего инженера, который до того, как пустить туда питьевую воду, он, чтобы проверить трубы, он пустил туда морскую воду. И когда эти жаждущие армия Ромеля захватила эту позицию, они начали пить из водопровода эту морскую воду. И то, что с ними произошло, это была первая победа англичан, потому что они наступили, и таким образом была спасена земля Израиля и от муфтия Хусейни, и от его замысла построить в Ерехо газовые камеры. Я хочу только напомнить, что его племянником был Арафат, которому придумали биографию в одной организации, в одной стране, которую я не буду называть, как будто он родился в Иерусалиме. Но то, что произошло несколько недель тому назад в нашей стране, когда 3000 хамасников вошли и устроили такое, что я думаю, что даже нацистам и особенным штурмовым командам СС не снилось. Я видел, что показали отобранный материал членам Кнессета. И мужчины, и женщины выходили. Я не видел этих материалов. Я слышал от президента земли Израиля, герцога, он рассказал одну историю, что они захватили один дом,
грудного младенца они всунули в плиту, там, где женщины пекут, и зажгли на всю мощность плиту. То, что обычно делают с женщинами, они сделали на глазах мужа, а потом его расстреляли. Это делают не, даже не нацисты. И вот нам нужно попытаться понять, посреди какой войны мы находимся, откуда текут, откуда берутся эти корни. И давайте посмотрим. Все события нашей жизни заключены в Торе. И поэтому я хочу процитировать вам урок моего раввина и учителя Гаона рав Мойше Шапира. Он называется «Среди потомков Ишмаэля». А на самом деле это вопрос всех вопросов. За что получил право на владение землей, земли Кнаанской Ишмаэль? Итак, сказано в главе Хаей Сара, которую мы будем читать на следующей неделе, про Ишмаэля. И среди всех своих братьев он расселился. Он, это Ишмаэль, вернее, его потомки. А в следующей главе, в Толдот, сказано, вот потомство Ицхака, сына Авраама. И объясняет Баля Турим, рав Яков, сын Ашера, что в такой последовательности строк Торы скрыто предсказание. Когда в конце времен потомки Ишмаэля расселятся среди всех своих братьев, среди потомков Эсава и Якова, тогда придет Машиах из рода Давида, который принадлежит к потомству Ицхака. И каждый из наших братьев, он относится к особенному периоду нашей еврейской истории. Ицхак соответствует тому периоду истории, которое принято называть концом дней. Само имя Ицхак – это намек на тот, кто в будущем будет смеяться, а смеяться тот, кто смеется последний. И сказано в 126-м псалме, тогда наполнится смехом наши уста. И таким образом мы понимаем, Тора открывает, что период конца дней будет после того, как осуществится предсказание, среди всех своих братьев он расселился. А вся Европа, туда, там находятся потомки Ишмаэля. И объясняет Гаон рав Мойше Шапира. Сказано, только два народа, у которых имя Творца входит в их имя. Это Исраэль и это Ишмаэль. И истории, то, что в нашей главе Ваера мы учим, что когда Агарь, рабыня Сары, бежит от нее в пустыню, и ее сын болен, ему 15 лет, когда Авраам изгоняет их по слову Сары, по пророчеству, которое ей открыто, и Творец говорит, все, что скажет тебе Сара, делай. И сказано, что открывается ей ангел Всевышнего и говорит, вот ты беременна, и родишь сына, и назовешь его именем Ишмаэль, так как услышал Творец, как тебя притесняют. Сара притесняла. Но задает вопрос Рав, это задает вопрос Пиркей де Раби Элиэзер. Это один из учителей Раби Акива, Раби Элиэзер бен Уркинус. И он говорит, почему же он не называется Шамак Эль, услышал Творец, а он называется Ишмаэль. И он отвечает, в будущем Всевышний услышит стон народа Израиля, который будет кричать и взывать к Творцу из-за того, что будут делать сыновья Ишмаэля в земле Израиля в конце дней. Поэтому он и называется
Ишмаэль услышит Творец и их покарает. Это намек на то, что будет происходить в конце дней перед приходом Машиах. О бедах, которые принесут потомки Ишмаэля сыновьям Израиля. И выдающийся комментатор Торы Авраам ибн Эзра, он считает, что четвертое царство, которое будет властвовать над нами в конце дней, перед приходом Машиаха, это не римляне, а именно потомки Ишмаэля. Но спорит с ним Рамбан, Раби Моше бен Нахман, и говорит, нет, ты ошибаешься. Четвертый зверь – это именно римляне. И о чем идет речь? Это пророчество Даниила, которое открылось ему в вавилонском изгнании. Он увидел в своем сне четырех зверей. И ему было объяснено, что это именно четыре царства, которые на протяжении истории будут властвовать над нашим народом. Первый зверь был как лев, но крылья у него орлиные. Этот крылатый лев олицетворял Вавилон в годы правления Навуходоносора, который властвовал над Израилем, который разрушил первый храм, пока не были оборваны его крылья. Второй зверь был похож на медведя. И Талмуд в трактате Мегила и в трактате Кидушин объясняет, персы едят и пьют, как медведи, они грузны, как медведи, они отращивают волосы, как медведи, и они отобрали власть у вавилонян и подчинили себе землю Израиля. Третий зверь, как леопард. И это империя Александра Македонского, это греки, которые забрали власть у персов. Греки являются потомками внука Ноаха по имени Яван. И Греция, и также Македония называют Яван. Четвертый страшный зверь, страшный и ужасный и могучий, у него большие железные зубы. Так мудрецы Талмуда раскрывают пророчество Даниила и говорят, это римляне. И вся западная цивилизация, выросшая из его недр, и власть которого продлится до прихода Машиах. А потом сказано про человека. И Рамбан, основываясь на словах мудрецов Талмуда, говорит, что после четырех зверей станет человек, но особенный человек. И это великое царство потомков Ишмаэля, которое принесет евреям столько бед и страданий в конце времен, и оно не было включено в четыре царства, которые властвовали над евреями. И продолжает Гаон рав Мойше Шапира, цитируя своего далекого предка Маараля из Праги. Те четыре царства, которые покорили народ Израиля на святой земле и унаследовали его силу, они овладели миром именно потому, что лишили наш народ царской власти. Но потомки Ишмаэля получили силу и могущество от Творца, потому что были потомками Авраама, который обращается к Творцу с молитвой. «Лю Ишмаэль Ихьели Фанеха», хотя бы Ишмаэль жил перед тобой, имеется в виду, жил в трепете перед тобой. И отвечает ему Творец, я услышал тебя по поводу Ишмаэля, и я благословлю его и сделаю его многочисленным и великим народом. И в результате Творец дает Ишмаэлю его самостоятельную силу и власть. Значит, существует два вида империй. Первый – это четыре царства, которые выступают против власти
еврейского народа, а смысл власти, царской власти еврейского народа, это заключено в корне в Давиде, царе Давиде, который объединил евреев и воевал с Плештим. А он говорит: «Вани толат вело иш», а я червь, а не человек. «Они тфила», я молитва. То есть он полностью отказывается от себя, подчиняясь полностью власти Творца. Так вот эти четыре царства, четыре наши изгнания, они забирают царскую власть, которую еврейский народ провозглашает царство Творца. И главное желание – свергнуть и заменить царство Творца своей властью в земном мире. Но наряду с этим существует другая форма Великой Империи – царство потомков Ишмаэля. Они не подменяют собой и не имеют в виду отменить власть Творца. Наоборот, их цель, казалось бы, осуществить власть Творца. Поэтому это не связано с разрушением еврейского царства. Но они возникли как сила, независимая от народа Израиля, в заслуге того, что Творец ответил на молитву Авраама: «Я принял твою молитву по поводу Ишмаэля». И в его имя входит имя Творца. Имя Элоким – это имя, означающее суд. А корень этого имя – Кель – это источник сил, это милосердие. И вот, из всех 70 народов, только у двух народов само имя народа входит имя Творца. И вот, казалось бы, сыновья Ишмаэля делают все ради раскрытия Царства Небес во имя Бога. И действительно, потомки Ишмаэля с самого начала отличались верой в Творца и не примешивали к нему, как другие народы, никаких компаньонов. И, казалось бы, они делают все во имя Творца. Но чем же они отличаются во имя Творца? Почему же столько бед, несчастий, страданий от них? Народы мира присоединяют к Творцу каких-то компаньонов, либо отрицают его власть, подчиняются и поклоняются различным силам природы, но потомки Ишмаэля верят лишь в единого Творца и хозяина Вселенной. И вот то, что объясняет великий ученик Ария Кодеша Рав Хаим Виталь. Если четыре царства представляют в книге Даниэля в обличии четырех зверей, то Ишмаэль назван в Торе Пере Адам, дикий человек. Он человек, ведь он потомок, сын Авраама, который молился о нем, и есть заслуги отцов. Кроме того, его потомки делают обрезание, хотя и не так, как евреи, но это тоже заслуга. Мидраш открывает, что когда Авраам, которому было 99 лет, сделал в тот день, когда он получил повеление об обрезании себе, своему сыну Ишмаэлю и всем своим домочадцам, после того, как Ишмаэлю обрезали крайнюю кожицу, а следующий этап – это разрывание внутренней кожицы. Он вырвался и убежал. Так вот, что говорит Рав Хаим Виталь, который жил 400 лет тому назад. Почему же его имя именно Ишмаэль? Потому что мы, сыновья Израиля, будем стонать от тех страданий, которые причинят нам потомки Ишмаэля. И услышит Творец Ишмакель, и он накажет их.
И Эсав, он же сын Ицхака, он тоже потомок Авраама. Но именно Ишмаэль отличается от всех 70 народов. Все другие народы сравниваются со зверями, а Ишмаэль назван человеком, ведь он обладает верой. А вера – это самое основное качество человека. И так написано в Талмуде, в трактате Макот, 24 лист, пришел пророк Хабакук и обозначил главное: «Вецадик беймунато ихье» – праведник своей верой будет жить. Но так же, как и обрезание, вера Ишмаэля несовершенна, и поэтому он называется диким человеком, переадам. Ну, если они признают власть небес и стремятся делать все во имя неба, почему же столько зла, жестокости, кровопролития исходит от них? Отвечай, он будет диким человеком, его рука на всех, а руки всех на нем, и он расселится среди всех своих братьев. Что такое дикость? Это стремление к безграничной свободе, к полной независимости от всех. Его дикость проявляется в том, что его рука на всех. Раши объясняет, что значит рука на всех, он будет разбойником. Ишмаэль сбрасывает с себя ярмо всех общечеловеческих правил, ведь мир для него бесхозный, и его желание сметает все рубежи. Хотя потомки Ишмаэля сохраняют веру в Творца, эта вера не способна обуздать их дурные побуждения. Они не подчиняют свое желание воле Творца. Наоборот, они утверждают, что воля Творца точно соответствует их желаниям. И это дикий человек, переадам, что бы ни делали, он все равно определение его главное – дикость. И об этом говорил Хофицхайм. Тора дана на все времена. Но если в ней сказано, что Ишмаэль будет диким человеком, значит, он навсегда останется пере-адам. И все, даже если соберутся все цивилизованные народы и попытаются воспитать потомков Ишмаэля, чтобы они стали цивилизованными и перестали быть дикими, ничего у них не получится. Даже если он получит образование и станет ученым, все равно это будет дикий ученый. И так вздохнул Хофец Хаим и добавил: «Ой-ой-ой-ой-ой, кто знает, что этот дикий человек сделает народу Израиля в конце времен». И вот, святая книга Зор объясняет, почему именно потомки Ишмаэля претендуют на землю Израиля. И сказано так в святой книге Зор, говорит Раби Хия, когда он прочитал строчку «Хотя бы Ишмаэль жил перед тобой» из молитвы Авраама, он заплакал и горько произнес: «Горе тому дню, когда Агарь родила Ишмаэля». Ведь Творец ответил на просьбу Авраама: «Я услышал тебя по поводу Ишмаэля». А затем Ишмаэль был обрезан и вступил в святой союз с Творцом еще до того, как появился на свет Ицхак. И вот в течение 400 лет ангел-защитник Ишмаэля молит Всевышнего. Я цитирую Зор, глава, наша глава, Ваеры. «Есть ли у того, кто обрезан, доля в твоем имени?» «Да», – отвечал Творец. «Но ведь Ишмаэль был обрезан, почему же у него нету доли в твоем имени, как у Ицхака?» Отвечает Творец: «Потому что Ицхак был обрезан так, как установлено, а Ишмаэль нет». И в конце концов, на просьбу, на молитву ангела-защитника Эсава, извините, Ишмаэля, Всевышний дает потомкам Ишмаэля в награду
долю в святой земле, но отдалил их от источника святости в высшем мире. И так сказано в нашей же главе святой книги Зор. Сыновья Ишмаэля будут владеть святой землей, когда та долгие годы будет пустовать. Так предсказано. И они будут препятствовать сыновьям Израиля вернуться на свою землю до тех пор, пока не исчерпается заслуга Ишмаэля за обрезание. Я хочу сказать то, что я слышал от моего учителя Равицкака Зильбера. Он говорил, 13 веков властвовали сыновья Ишмаэля над землей Израиля. Христианские народы делали крестовые походы, они не смогли забрать землю у потомков Ишмаэля. Но вот, когда началась алия именно из Советского Союза, говорит Рав Ицхак Зильбер за царь, когда евреи 50, 60, 70, 80 лет начали делать обрезание, на этом закончились заслуги обрезания 13-летнего Ишмаэля. Мы уже сказали, что имя Творца входит в имя Израиля и в имя Ишмаэля. И это знак, что потомки Ишмаэля будут хранить верность, веру в единого Бога, а знаком этой веры является обрезание. То есть то, что мы получили перед входом в землю Израиля, Йошуа бен Нун обрезает всех тех, кто родились в пустыне, потому что это право на владение землей Израиля. И власть Ишмаэля распространяется на землю только на тот период, когда долгие годы она будет пустовать, пока евреи сами не вернутся к этому союзу и не удостоятся поселиться в этой земле. И так, открывает Пиркей де-Рабби Элиэзер, в будущем Всевышний услышит стон народа Израиля, страдающего от того, что будут делать сыновья Ишмаэля в земле Израиля в конце дней. И открывает Гаон рав Мойше Шапиро другими словами. Если в будущем евреи не смогут сами укрепиться в вере, то Всевышний, ему придется пробудить их, чтобы они вновь поднялись на свой высший духовный уровень. И эту именно миссию будет исполнять Ишмаэль. То есть вернуть евреев к их вере. Они будут предъявлять претензии на владение святой землей и не согласятся ни на какие уступки, ведь эта земля причитается им по их вере и для достижения своей цели. Творец будет использовать этого дикого человека. От него трудно найти защиту, ведь его рука на всех. Для него нет препятствий и рубежей. Он сразит без жалости и уничтожит всех, кого сможет. Но в реальности, вместо того, чтобы достичь своей цели, потомки Ишмаэля приведут к тому, что евреи сплотятся. Вы не знаете, вы не видите, как весь еврейский народ объединился. Нет левых, нет правых, нет таких, нет сяких, нет этих, тех. Вдруг мы увидели в другом еврее. Он в кипе, без кипы, он в солдатской одежде или он в длинном фраке. Это мой брат. Люди на улице обнимаются. Вы понимаете, что сделали эти изверги из Хамас? И тогда
евреи сплотятся и встанут против них с полной верой, постигнув, что никаким путем невозможно уйти и скрыться от рук Творца. В тот горький час они обратятся к Творцу из глубины сердец, и Он услышит наш голос. И тогда они удостоятся взять свою землю из рук потомков Ишмаэля, вера которых несовершенна. И вот, я не могу не рассказать то, что меня взволновало очень. То, что несколько дней тому назад это был радость всего Израиля, первая ласточка. То, что когда была осуществлена наземная операция в этих подземных лабиринтах, особенная акция армии Израиля смогла спасти одну солдатку, Ори Магидиш. И ее родители, сефардские евреи, которые живут в городе Кириат-Гат, и ее мама, Маргалит. Что она делала? Каждый день она отделяла халу. То, что будет делать моя жена после урока. И молила Творца. Она, когда услышала, что где-то недалеко завершает написание свитка Торы, она попросила, чтобы все раввины пришли и завершили эту последние буквы писать в этом свитке в комнате ее дочери. Она собрала деньги и оплатила учебу в колеле 12 Аврахим. И вот то, что я удивился. Моя жена слышала какой-то урок. Я подумал, какая рабанит говорит. А когда я подошел и увидел, это была член Кнессета от Ликуда, Галит от Бариа. И что она говорила? Я тоже верю в Творца. Хотя она без внешних признаков верующей еврейки. И я тоже верю, что все, что делает Творец, это на добро. И я понимаю, что есть персональное воздействие Творца. Но она сказала, я видела видео, как эта мама отделяла халу. И Маргалит. И она со слезами просила об освобождении своей дочери, об освобождении всех взятых в плен. И вдруг она, этот член Кнессета, Галит от Бариа, я услышала, как во время этой молитвы она произнесла: «Я люблю тебя, Творец». Она сказала: «Это меня так поразило, какая глубина веры у этой простой, казалось бы, женщины. Это то, что наш праотец Авраам, сказано, что когда Творец открывает ему и говорит: „Потомству твоему дам я эту землю“, и он поверил Творцу, и засчитано было это ему как особенная милость. Во время катастрофы в Варшавском гетто один хасидский раввин, ребе из Пясечни, он давал урок на нашу главу. В нашей главе описано Акедат Ицхак. И он сказал,
наш праотец Авраам, его испытывал Творец, и он выдержал. Он готов был принести в жертву самое дорогое, что есть у него, своего любимого сына Ицхака, который должен продолжить его дело в мире. И это я добавляю, Тора подробно описывает каждое движение Авраама. И он протянул руку и взял Маахелет и вознес ее. А Маахелет – это так в этом месте Тора называет нож, которым он должен сделать принесение жертвы, всесожжение жертвы Ола. С кем? Со своим сыном. И вдруг раздается голос: «Авраам, Авраам, теперь я знаю, что ты трепещешь передо мной и не пожалел сына своего единственного ради меня. Не протягивай руку, не делай ему ничего». И вот Ребе из Пясечни говорит: «Наш праотец Авраам был испытан и выдержал испытание». Ему Творец открывает овна, который запутался рогами в кустах, и он приносит его вместо своего сына Ицхак. А то, что происходит на наших глазах, он был в лагере Освенцим. На иврите это называется Ошвиц. И каждый день там закладывали, убивали, сжигали тысячи и тысячи потомков Авраама и Ицхака. Он сказал: «Авраам вознес нож, а сейчас этот нож опускается на нас. И каждый из нас, каждый убитый еврей, он освящает имя Творца. Он присоединяется к тому, что в пророчестве показали Аврааму». И, несомненно, этот радостный день Симхат Тора, когда мы завершаем свиток Торы и начинаем читать его заново, который оказался Йом-Кипуром. И таким Йом-Кипуром, который не снился там, в самом страшном месте мира, в лагере Освенцим. Вновь вспыхнул огонь в тех печах, открыли завьюшку. И то, что делали сегодняшние, их даже нацистами назвать нельзя, звери. Я слышал не один раз, что их называют амалеками. И я слышал урок Рава Нойгершеля, который говорит, что нет палестинского народа, это сброд разных народов, и среди них есть потомки амалек. И то, что делал в пустыне амалек, который напал на нас, первая война, то, что он делал с теми, кто отступали, тех, кого выбрасывали облака славы, которые спросили: а есть ли среди нас Абая милосердный или нет? И облака славы выбрасывали их, и на них нападал Амалек. И вот то, что я слышал, я даже не могу повторить. То, что делал там Амалек, ашер корха бадерех, который напал на тебя в дороге, корха, который сделал тебе лысину, Керех, корха, остудил твою веру, либо керри, нечистое семя извержения. Так вот, то, что они делали там, я слышал, это то, что делали эти звери из Хамаса в течение этих часов, пока не подошла армия Израиля и начала с ними бой. И корень того, что я хочу вам сказать, это еврейская женщина, мать из Кирьят-Арбы, Маргалит,
Магидиш, которая молится за свою дочку, которая в плену у этих зверей. И вдруг из ее губ пробилось: «Я люблю тебя, Творец». Что это значит? То, что сказал царь Давид: «Даже если спущусь тень смерти, Багельтес Сальмавы, и там я не буду бояться зла, потому что ты со мной». Она, из глубины своего сердца раздался этот крик еврейской матери. Сказано, что все ворота перед молитвами во время скрытия лица Творца закрыты, кроме ворот слез. И это то, что эта еврейская мать сделала. Она достигла уровня веры нашего праотца Авраама, который готов был отказаться полностью от всего своего понимания, от всей своей жизни служения Творцу ради того, чтобы исполнить его волю. И эта еврейская мать, и это праздник, который охватил ведь всех нас, это первая ласточка, это солдатка Ури, которая должна была следить за этой границей. И она первая сообщила, что эти враги разбили бетонные преграды и вливаются на нашу землю. И вот, продолжает Гаон Рав Мойше Шапира, приход нашего царя Машеха обусловлен падением потомков Ишмаэля. И Торе говорится о пророческом откровении Авраама, в котором ему были показаны все будущие страдания его потомков в четырех изгнаниях. И там сказано: «И вот ужас, тьма великая наваливается на него». И объясняют наши мудрецы: ужас – это Вавилон, тьма – это Мидия, Персия, великая – это Греция, наваливается – это Рим, а на него – это власть Ишмаэля, потомков Ишмаэля, из страданий которых поднимется потомок Давида. И мудрецы Талмуда и Мидрашей, объясняет Гаон Рав Мойше Шапира, жили в эпоху, когда не было еще никаких признаков этого процесса, который они предсказали. Но они предвидели, что перед концом шестого тысячелетия истории, в конце ночи нашего изгнания, перед тем, как засияет свет избавления, на евреев обрушится беда, связанная с потомками Ишмаэля. Именно в те дни поднимется потомок Давида. И в Мидраше предсказано, что именно беды, порожденные потомками Ишмаэля, принесут с собой свет избавления. И великий каббалист Рав Хаим Виталь, главный ученик Ари Акодыша, он объясняет это более подробно. Известно, что всего будет четыре изгнания: вавилонское, мидийское, персидское, вместе греческое и изгнание Эдома, Рима. Но кроме этого, в самом конце времен народу Израиля предстоит пережить изгнание среди потомков Ишмаэля, как об этом говорит Раби Элиезер, Пиркей де Раби Элиезер, как об этом говорится в Святой книге Зор. И это последнее изгнание будет тяжелее всех. И это царство будет более агрессивным, чем все другие. И их стремлением будет одно – стереть народ Израиля с лица земли, не оставив от него даже корня. И из этих слов видно, что последнее изгнание, после которого наступит окончательное избавление,
называется изгнанием среди сынов Ишмаэля. И страдания, которые принесут евреям потомки Ишмаэля, приведут народ Израиля к раскаянию и вернут нас к Творцу. И в заслугу этого придет окончательное избавление. И об этом говорится в Талмуде. Так сказано в трактате Санедрин, 97-й лист. Если мы, евреи, не вернемся к Творцу добровольно, сами, из любви к Нему, то Творец поставит над нами царя, грозного, как Аман, и тогда евреи раскаются и вернутся на добрый путь. И об этом писал Рамба. Все пророки призывали к раскаянию, и народ Израиля обретет окончательное избавление лишь благодаря раскаянию, тшуве. И в самой Торе обещано, что в конце времен, при завершении изгнания, евреи вернутся к Творцу, и тогда сразу придет избавление. Как написано в главе Ницавим: «И будет, когда сбудутся на тебе, для тебя все слова эти, благословение и проклятие, и вернешься ты к Богу Всесильному твоему всем сердцем и всей душою, и будешь исполнять Его волю, и ты, и сыновья твои, и тогда Творец возвратит тебя из твоего изгнания и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Бог Всесильный твой». Мы накануне этих событий. Уже процесс пошел во всем мире. Казалось бы, после таких страшных кадров, которые видели все, что делали на нашей земле эти звери, растет волна антисемитизма во всем мире, не только в Дагестане, не только в Москве, в Лондоне, в Париже, в Америке, в самом лучшем университете Америки. Как это можно понять? Это процесс, который должен привести всех евреев в одно место мира, на святую землю Израиля. И такое счастье, что мы живем здесь. И мне рассказали, что один человек спросил у робота в компьютере, какое самое безопасное место в мире. И он сказал: «Земля Израиля». А в земле Израиля святой город Иерусалим. Это событие нашей жизни. Это то, ради чего мы сюда приехали, ради чего мы привезли сюда наших детей, ради чего мы здесь учим Тору, чтобы подготовить пути к завершению всей истории. Мой учитель рав Ицхак Зильбер в маленькой книжечке, которая называется «Я моему возлюблена», он говорил, он тогда писал, это может быть 90-е годы, прислушайтесь, это шаги Машеха. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо огромное, Кударав. Что хочется добавить, так шаги очень страшные, честно говоря. Среди моих знакомых очень много людей, которые говорят, не хотелось бы жить во время прихода Машеха. Об этом сказано в Талмуде. Так говорит один из мудрецов Талмуда. Пусть он придет, но чтобы я не жил в его время.
Что можно сделать? Не мы выбираем время, не мы выбираем роли. В наших руках только выбор. Быть творцом или наоборот. Тоже много слышала разных мнений, разных раввинов, и все практически сходятся в одном, что мы сейчас буквально видим приход Машеха. И мне понравилось очень несколько уроков назад, как вы сказали, что нам сделали зирус, то есть ускорение вызовы родов, да, вот этот укол 7 октября. Но несмотря на то, что тот, кто понимает в процессе рождения детей, догадывается, что и в такой ситуации тоже нужно помочь физически вытащить ребенка. Для этого есть акушеры. То есть можно ли нас назвать с вами сегодня акушерами, и как мы можем вытянуть этого Машеха, чтобы он появился Я на свет? хочу вам сказать, что в Москве, в Ешиве, я понял, что наша роль – это как Йохевед и Мирьям в Египте. Они были акушерками, и Творец дал им подарок. Они не слушали фараона, а исполняли волю Творца и спасали всех новорожденных младенцев. И это то, что я понял, мы делали в Москве, когда к нам приходили молодые люди, у которых была только бабушка, мамина мама еврейка, а все остальное было, и как они входили в учебу. И для себя я определил, я акушер, я должен только не помешать этим родам, когда рождается еврей, а здесь рождается новый мир. И каждый из нас должен выбрать, сделать один маленький шаг, потому что война, как я сказал в начале, это против каждого еврея в мире и против всего нашего народа. И от моего маленького шага зависит жизнь всего моего народа. И я должен спросить у себя, что я могу сделать для фронта, для этой войны, чтобы мы победили, потому что у нас нет другого выхода. Это в свое время руководители государства Израиля говорили, у нас нет другой страны. И это известный анекдот. Еврей стоит с глобусом, крутит, крутит, и к нему подходит другой, что ты ищешь? Может быть, есть какой-нибудь другой глобус? Нет, мы здесь, мы на своем месте, и также благодаря нашему выбору рождается завтрашний день. Поэтому каждый должен постараться родить себе того праведника, который закрыт, который находится в глубине. Все перегородки разбить, как сделала эта еврейская мать, Маргалит Магидиш из Кирьят-Гата. Она для всего еврейского народа показала путь пробить перегородку, железный занавес, который между нами и между нашим Отцом, который на небе, руки которого протянуты к нам. И нам только нужно сделать один шаг и сказать: «Папа, я вернулся!» Какой день радости! Тогда наполнится наш рот радостью и наш язык весельем, чтобы это поскорее наступило. Если есть вопросы, Мэн, пожалуйста. есть вопросы, да. Пишут нам. Сейчас, секунду. Сейчас некоторые раввины на уроках говорят, что в эти последние дни перед приходом Машеха земля Израиля будет принадлежать нашим врагам. Так ли это? То, что сказано, мы прошли четыре изгнания, это мы в конце четвертого изгнания, это потомки Исава, это Эдом, и из нашей земли мы изгнаны уже больше никогда не будем. И то, что происходило несколько часов на границе с Газой, когда они захватили множество еврейских поселений, это то, что происходило, и мы надеемся, что Творец спасет нас. И именно эта беда приведет нас
Эт царахи леяков, умимена и ущия. Час беды для Якова, и из нее нас спасет Творец. И это то, что я цитировал трактат Сота, в котором написано, что не на кого нам положиться, но только на нашего Отца, который на небесах. Это шаг, который должен сделать каждый. Чем больше будет наша связь с Творцом, тем меньше кровавых уроков мы получим. Это то, что нужно сделать. Одна хасидская история рассказывает. Один мальчик, сын адмора, пришел к отцу, плачет. И отец спрашивает, что такое? Мы играли в жмурки, в прятки, и я спрятался, но меня никто не искал. И адмор, этот хасидский ребе, сказал, это Творец. Сказано, наступит период, когда я, закрывая, закрою свое лицо. Астер астирет панай. И если мы его найдем, как отец делает такое движение, закрывает свое лицо, а ребенок берет и отодвигает его руки и говорит, я тебя нашел, я тебя нашел. А это на самом деле Творец делает все, чтобы мы его нашли. Спасибо. Очень яркое сравнение это. Больше всего люблю, когда сравнивают наши отношения, нашего народа как с отцом, с Творцом. Спасибо вам огромное, Квадраф. Хороших новостей, Бесуратовод. И до встречи на следующей неделе. И Спасибо чтобы вам. Творец по милосердию спас каждого еврейского солдата, который рискует жизнью там, в Газе, и чтобы были возвращены, так же, как это Ори, все заложники, все взятые в плен, и чтобы каждый из нас открыл этот свет, который Творец подготовил для нас. Чтобы это было поскорее, чтобы мы вышли на улицы в радости, как в Кирьят-Гате хасиды танцевали в день, когда Ори вернулась в семью. До этого ни один из них рядом с ней в автобусе не сел, а сейчас они пели, веселились. Радость заполнила весь город. Это тот момент, который мы ждем. Пришел! Пришел! Вы понимаете? То, какие наши враги будут рядом с таким открытием света, чтобы это произошло поскорее в Амин. наши дни. Амин. Всего хорошего, я Между зову мою прочим, жену. зовите, но, между прочим, знаете, на что мы не обратили внимания? Ори переводится с иврита. Это как светлая, светлая. Девочку зовут Мо Ори. свет мне, ор Свет ли, мне. ори. Это была, да, первая новость хорошая. То есть вот эту девочку освободили. Это тоже лучик надежды, лучик света, правда? Несомненно, это первая ласточка, и за ней все будут освобождены. Омейн кен и Амин. рацион. Амин.